Каждый ребенок должен получить качественное образование и развивать свои таланты. Поэтому так важно, чтобы увлеченные высококвалифицированные учителя работали и в небольших школах, в отдаленных деревнях и поселках. Федеральная программа «Земский учитель», разработанная по инициативе президента России Владимира Путина, действует как раз для таких педагогов. Только за прошлый год в отдаленных поселках и территориях Кузбасса приступили к работе 39 учителей. В этом году еще 35 прошли отбор. Таким образом, штат образовательных учреждений пополнился в 23 муниципалитетах. Чтобы педагогам было комфортно для привлечения молодежи, активно идет работа по благоустройству поселков. Создается необходимая инфраструктура. По проекту «Моя новая школа» обновляются и переоснащаются образовательные учреждения. Еще дополнительно мы разработали свою программу в Кузбассе, «Учитель Кузбасса», который еще дает дополнительные льготы и преференции, чтобы больше привлекать в сельскую местность учителей. Делаются и предложения и по квартирам учителей, и многие другие интересные предложения. Вот эти вот две программы, и «Земский учитель», и «Учитель Кузбасса», они повышают эффективность программы президентской и дают возможность нам набрать столь нужные для нас учителей, молодых учителей, подчеркиваю, в возрасте до 55 лет, набрать учителей для сельских территорий.